Соревнования по боксу начинаются с разминки. Боксеры вышли на бой с тенью. В течение всего лета организаторы проводили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха открытые тренировки для всех желающих. Турнир, в котором принимают участие около 100 спортсменов в возрасте от 10 лет, стал их итогом. Многие хотели заниматься боксом и выйти на ринг, сражаться с достойными спортсменами. Мы их подготовили и сегодня дали эту возможность выйти на ринг. Никакая погода не помешает сегодня провести шикарные, красивые мероприятия, на которые съехались не только все наши жители Одинцовского городского округа, но и гости, не только столицы, но и других городов России. Я желаю им удачи. Поприветствовать участников соревнований и пожелать боксерам красивых боев пришли два героя России. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и полковник полиции Александр Головашкин. Они отметили необходимость и важность развития детского спорта в Одинцовском округе. Важность в том, что много очень детских и юниорских пар. Это уже серьезная работа с детишками. И вовлечение вот именно в здоровый образ жизни, формирование личности, патриота и гражданина. Коллективный, командный вид спорта – это очень важно, поэтому ребята уже, как говорится, с детства в семье, в команде. Хочу всем пожелать здоровья, новых побед интересных, и чтобы бокс у нас процветал в нашем округе, потому что это дисциплинирует. Очень мальчишек, на мальчишек приятно смотреть, как они организованы, а это, наверное, одно из самых главных. Поэтому всем удачи! Однако на ринг выходят не только юноши, но и девочки. Для них никаких поблажек. Те же три раунда по минуте. Для всех обязательная защитная экипировка. Капы, боксерские шлемы, бинты и, конечно, перчатки. Как отмечают специалисты, девчонок в боксе сегодня становится все больше. И отличаются они от ребят большим трудолюбием. С ними, конечно, тяжело работать, но они очень такие, они целеустремленные. Ребята, я не хочу сказать, что не целеустремленные, но ребятам это присуще, как бы бокс – это спорт сильных мужчин. Но когда еще и девочки становятся сильные, такие мужественные, это, конечно, заслуживает отдельного такого внимания и уважения. Дождливая погода не помешала проведению соревнований, а в завершении участников ждали заслуженные награды – грамоты, медали и кубки. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».